Мы говорим барбекю, подразумеваем пармезан. Мы говорим пармезан, подразумеваем Беладжо. Все эти три заведения единой сети кафе и ресторанов разные, но их объединяет единый принцип работы – качество доступно. Пиццерия «Пармезан» распахнула свои двери для гостей 11 лет назад. И все эти 11 лет ее дружному коллективу удается держать марку и постоянно совершенствоваться. Недаром потрясающие пиццы от пармезана стали настоящими кулинарными шедеврами. Это пицца пармезан. Знаешь, какая красавица. Это на самом деле самая продаваемая пицца. Этот хит продаж по праву можно назвать брендом и визитной карточкой пармезана. Ее подают гостям вот уже 11 лет, сохраняя рецептуру и традиционно высокий стандарт качества. Но если вы предпочитаете постную еду, вам рады предложить пиццу «Примавера», что в переводе с итальянского значит «весна». На нем печеные овощи, баклажаны, цукини, руккола, перец, помидоры, лук. Все печеные овощи здесь – это пицца-витамин. Пицца с приятным секретом Колизей. И чтобы этот секрет разгадать, ее нужно обязательно попробовать. Вот в этих бортиках сыр, в нем сыр. Отдельно дополнительный сыр. Но обычно люди не хотят кушать эти края, а здесь сырные, они очень вкусные. Ну а для любителей сырных пицц в пармезане готовят квадро формаджо. Здесь 4 разных сыра. Это просто нужно пробовать. Каждая пицца, которую мы производим в пармезане, она сама по себе претендует на звание легенда в нашем понимании. Вообще все пиццы наши, они очень вкусные и тщательно подобранные. Но самая лучшая рекомендация заведению, конечно, от гостей пармезана. Мне тут очень вкусно готовят, и я часто прихожу сюда с мамой и с папой. А какая твоя любимая пицца? Мне нравится пицца пармезан. Но пармезан – это не только пицца. Здесь вы можете попробовать настоящую итальянскую пасту, насладиться замечательным вкусом десертов, отведать ароматный зерновой кофе. И все это по демократичным, доступным ценам. Нужно просто делать качественно. Нужно просто любить свою работу. Отдохнуть на природе, не выезжая за город – это возможно. Достаточно прийти в Могилевский парк 40-летия Победы и посетить барбекю у фонтана. Что может быть прекраснее – сидеть с семьей, с друзьями на свежем воздухе возле фонтана, под тенью деревьев в центре города. И все это ощущение не хуже, чем на природе, потому что здесь готовится все на углях. Здесь у нас даже нет ни микроволновки, ни плиты, только на углях готовится. Это мясо, овощи, рыба, сибасы, дорады. У нас есть шея, есть корейка на кости, есть говядина, вырезка, есть люля-кебабы. Здесь всегда многолюдно. Гости приходят и отметить торжество, и просто отведать шашлык, люля-кебаб или волшебные печеные овощи с запахом дымка. Ощущение за города, небольшое присутствие. Это, ну, во-первых, влагу дают фонтаны, деревья, здесь тенек, такая приятная музыка. Ну и, конечно, кухня. Прежде всего, это прекрасная кухня. Всегда мясо просто тает во рту. Вот поэтому мы очень любим заказывать шашлык. Здесь люля-кебаб очень обожаем. Может быть, кого-то отпугивает, допустим, заведение, которое находится в центре города, может быть, по ценнику и так далее. Но я хочу сказать, что здесь совершенно демократичные цены. То есть даже среднестатистическая семья может себе спокойно позволить отдых вот в этом заведении. Уголок сказочного Средиземноморья в центре Могилева – это ресторан «Беладжо». Если вы хотите с античной неспешностью, в приятной и спокойной атмосфере насладиться великолепными блюдами средиземноморской кухни, вас ждут именно здесь. Главный принцип работы ресторана – качество доступно, а потому цены вас приятно удивят. Я хочу подчеркнуть, что у нас цены доступные. Белый скатерть отпугивает просто очень многих людей.
думают, они люди вот заходят иногда и думают, тут белая скатерть, тут дорого. Я бы очень хотел, чтобы могилевчане не боялись этого. Потому что это правильно, что плохого в белых скатертях. Это не значит абсолютно, что тут дорого. Для похода в ресторан мы часто ищем какой-то повод. Встреча с друзьями, праздник, свидание. А вот в ресторан «Беладжио» можно сходить без всякого повода, просто чтобы поужинать или отобедать. У нас есть шикарное меню, обеденное меню. У нас нет каких-то комплексов, в принципе. Но у нас есть отдельное обеденное меню, которым 3 салата, 3 супа, 3 горячих. По цене обеденного меню мы по будням кормим наших гостей в рабочее время с 12 до 4 до 5 дня отдельным обеденным меню, которое мы считаем очень качественно и доступно. Вкусно, качественно, красиво и респектабельно совсем не значит дорого. Чтобы убедиться в этом, просто посетите сеть ресторанов и кафе «Пармезан Беладжио Барбекю». И поверьте, что качество доступно.